Добрый вечер. Верю, что нам хочется подняться повыше над всеми обстоятельствами, над всем, что, может быть, может нас здесь связывать. Нам благодарен, что мы имеем доступ к другой цивилизации, к другому измерению, который открыт для нас, который реален для нас. Пусть Он поднимет нас над своими крыльями, своим помазанием. Скрой меня своим крылом, сохрани под сильною рукой, узбушуешь дом. Место я себе найти не мог.
Собраться здесь. Знаете, я верю, что мы сегодня пели. Пели от сердца. И знаете, покажите, пожалуйста, слова. Когда мы пели, я верю, что если вдруг кто-то сидит и разными вещами я пытался заглушить жажду, что вселил мне в сердце Бог. Дальше. Он же знал в душе то семя, и в назначенное время Бог свою частичку отыскал. Я знаю, что Бог вас отыщет сегодня, что Он знает свою частичку. И если вас что-то заглушает, я знаю, что у Бога есть сегодня освободить из этого. Знаете, если Он проговорил в наше сердце, то мне хорошо здесь. Знаете, когда я вижу братьев и сестер, это просто, знаете, сердце мое возрадовалось, возвеселилось мне. Когда сюда пришел, знаете, еще такой угрюмый шел, еще это. Но когда видишь братьев, когда видишь сестер, когда знаешь, что Господь здесь, о, это счастье. Пускай вас Господь благословит. Он что-то приготовил для вас сегодня. Поэтому мы пришли. Мы поэтому отложили все свои заботы. Пускай ваше сердце сегодня возрадуется. Пускай эта песня станет жизнью для вас. Разными вещами, может, ты, пытался заглушено это у тебя. Любовь, заглушено служить ему сегодня. Но я знаю, он силен пробить все это. Пускай вам Господь поможет. Давайте склоним головы и помолимся. Господь, я благодарен Тебе, Иисус мой, за этот вечер, Господь, за то, что какая бы пандемия, какие бы давления не было, Господь мой,
Орел, он предназначен, чтобы лететь. Он готов это все, Господь, пробить. Это он создан, чтобы, Господь, парить в высотах, Господь мой. Дай сегодня каждому силу, Господь. Дай, чтобы эти песни подняли в нас веру, чтобы мы могли пробиться в нечто, Господь, в другое измерение. Кто бы ни находился, или он один сейчас, или он с семьей, или он, Господь мой, с кем-то еще, Господь. Дай нам, Господь мой, войти в это небесное видение, Господь. Что ты хочешь сегодня сказать для нас? Что ты хочешь, Господь, увидели, чтобы мы? Во что мы, чтоб окунулись? С чем мы отождествились? Помоги нам сегодня. Мы отдаем это служение в твои руки. Брата Даниила, веду, Господь, всю подпевочку, Господь мой, всех музыкантов, эти люди, которые пришли сюда, чтобы отдаться тебе, Господь. Прими, Господь, их дар, прими нашу жертву хвалы, пускай это будет угодно тебе, пускай твоя сила сегодня явится, Господь, чтобы мы могли сказать, что горело нас сердце, что ты был среди нас. О, Иисус мой, как те ученики, я верю, что это Господь, время, когда ты хочешь нам что-то сказать, дай нам убрать себя в сторону. Господь мой, пускай, Господь мой, каждый человек сможет сегодня твое избранное семя. О, Иисус мой, дай, чтобы сатана ничего не мог украсть. Дай, чтобы мы не были расслабленные. О, Иисус мой, сатана таки хочет нас разделить. О, Господь, но я знаю, что ты силен. И давление, Господь, ты в нас вложил эту силу противостать этому всему. Слава тебе. Мы стоим на этой вере, что, Господь, ты сегодня тот же самый, как и вчера. Во имя Иисуса Христа, благослови нас. Аминь. Поприветствуйте друг друга, крепенько обнимите. Аллилуйя. Пусть вас Бог благословит этим чудесным присутствием, Его шаловом, Его радостью. Пусть Он разделит это общение с вами. Я так счастлив, что мы в безусловном завете с Ним. Что бы ни было, но Бог не смотрит на наши дела, на наши поступки. Он предал нам чудно этот безусловный завет. Ты сегодня, Господь, мне все тайны открыл, искупление план показал. Я Авраама в завет, ты со мной заключил всю вину и страх убрал. Свою
чистыми. Он видел меня без пяти, совершенным, без вины. Не видел он, какой я есть сейчас. Смотрел он из вечности, сказав, попал ты в это тело. Обойдя Теофанию, ты вовсе ничего не сделал. Смотрел он из вечности, сказав, попал ты в это тело. Обойдя Теофанию, ты вовсе ничего не сделал. Обетование он мне дал, хотя и семь раз упадет, но снова праведник встает. Я его дитя, и сколько раз не падал я. Он сказал мне, принял
грех уже был осужден, за пленя море погребен. Тот Голгофский холм, где стал Христос моим грехом, Его я праведностью стал. Я,
вернулся он, чтоб взять своих домой. За Бог и все. Сегодня с нами, чтобы исполнила сольный псалом. Он просто коснулся моего сердца вновь. Знаете, как приятно осознавать, что жертва принята Христом. Что тот первосвященник вышел из этого скинии, из этого потаенного места. И весь народ может возрадоваться, что жертва принята. О, Господь, мы просто можем сегодня вновь иметь то восстановление первоначального общения с нашим Господом, то, что было утрачено. Мы вновь сегодня овладеем той землей, то, что мы слышали в последнее служение. И мне особенно коснулись, наверное, те слова припевом. «Мой брат, сестра, ободрись, и вы свой взор подними». Самим собой он поклялся. Мы верим, что мы слышали, что если он поклялся, он исполнит. Он даже не ждет каких-то от наших действий, но это его труд. «И не замедлил прийти, полнота искупления вблизи». Со свидетельством он пришел, что жертва принята Отцом. Вступает в силу уже первоначальный завет. Мы видим нового дня рассвет. Какое чудное время мы живем. Пусть вас Бог благословит в этот вечер. Дух сегодня вновь веет, открывая сердца, восстанавливая то, что утратила, да, первоначальное то состояние сейчас. Возвращает Бог нас, я знаю, принял жертву, о, вообще не с ним я возвращу. Больше пропасти уж нет. В единстве с новым Бог и человек. Бог посреди своих детей. Хлеб преломляет, льет елей. Открыт возлюбленной своей. С ним разделив, ему на свете раскрыл, всеми благами благословил. О, не то же сегодня Господь свершает вновь, проводит нас по наследию наших отцов. Он через служение к началу нас возвратил. Общение
течение восстанови. Слышно меня, да? Слава Господу, добрый вечер всем святым. Спасибо. Спасибо, брат Даниил. Спасибо, сестра Ксения. Вечернее время, друзья. Он среди своих детей. Он пришел, потому что он поклялся самим собой. И если мы дети Авраама по вере, а он отец, отец веры, я очень благодарен Господу, что Дух Святой ведет своих детей в этом определенном канале. Когда брат Данил первую песню пел, брат Дима вышел и стал
молиться и делать даже перед молитвой этот акцент, я думаю, это именно то, о чем мы будем говорить, об этом семени, об этой вере, друзья. Я уже не помню сами слова песни, но смысл я уловил, ну, в духе я уловил, это очень правильно. Этот брат, служитель, он уловил сам дух, понимаете? И вроде бы это вот это и есть, вот эта часть, сверхъестественная часть. Понимаете, я с ним не делился ничего, но может он будет следующее служение проводить, я не знаю, на кого жребий пойдет. Но это когда мы все чувствительны, и когда ты эти вещи замечаешь, как движется Бог. А он движется через людей, правда? Он движется через музыкантов, через солистов, певцов и так далее. Он может сейчас двигаться через меня. И поэтому, когда мы ухватываем это, ты обязательно можешь получить то, в чем ты нуждаешься. И ты можешь, как бы, знаете, уже и не просить этого у Бога. Потому что, кажется, ну, это уже невозможно. Слишком много прошло времени. Как Захария можешь забыть. Но в какой-то момент это может просто произойти прямо. И когда мы можем отреагировать на это, вот тогда, друзья, это будет то, на что Бог ставит печать. Потому что Он поставит свою печать, Он поставит то, для того, чтобы исполнить свое слово в нас. Понимаете? Но он хочет увидеть веру. Об этом мы, может, и будем с вами говорить. Так что пусть Бог благословит. Сейчас давайте мы откроем Евреям 11 главу, главу веры. Музыканты, можете присесть. Спасибо вам всем за вдохновленное пение. И поклонение. Спасибо. Итак, Евреям 11 с 8 стиха и ниже. Будем говорить о нас с вами и о наших прародителей. Итак, 8 стих. «Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». И в прообразе мы можем увидеть, понимаете, можем увидеть, как Авраама, отца веры, отца народов, царского семени, правда? Сонаследники того же обетования. И так же само в наши дни мы можем увидеть нашего Абрахама, да? Нашего Брандхама, который искал эту страну, который переживал, помните, который думал, как, Господи, как же я обниму брата Невилла? А он думает, ну, так, как облачко или еще что-то. И Господь, помните, приходит к нему, хочешь, я тебе покажу ту страну, ту цивилизацию веры? Там реальные люди, там реальность. Ты сможешь поговорить. Это не будет как дух, как ты думаешь, как облачко какое-то. Это тело. Намного лучше этого тела. Это никакие сравнения не сравнится, да? Когда он вернулся, и он увидел, Боже, он смотрит, я не хочу возвращаться. Помните, у него, он говорит, я смотрю, у меня копна волос. Я тоже возрадуюсь, когда, понимаете, другие мне уговаривают, Юра, тебе так хорошо, мы привыкли тебя такого увидеть. Ну нет, ну у меня есть наследие. И я знаю, что ни один волос, я не потерял это. Это выпало. Но я знаю, что я это все получу. Если Иов, помните, говорит, я знаю, что в своей плоти, своими глазами я увижу
моего Искупителя. И Он восстановит все тело мое. Несмотря, что эти подкожные черви могут все съесть, Он все восстановит. Вот это вечный завет. Это безусловный завет. Это в то, что мы, друзья, возвращаемся. И поэтому брат Бранхам, кому смотрел, это чемной барак. Я не хочу. Он говорит, ну, надо еще завершить тот труд, то дело, для ради которого я, говорит, тебя призвал. Правда? И ты, понимаете, мы можем видеть это в тенях и прообразах. Он видел эту страну. Он нам рассказал об этой стране. И помните, он говорит, я видел вас там всех. Меня это утешает. Ты должен это верою принять. Да, сестра, он видел тебя, он видел вас. Матеньку видел. Только не такого, знаете, там, 10-12-летнего возраста. 18-20 лет. Мужчина в расцвете сил. Ну, или юноша. Аллилуйя. Итак, то, что мы это здесь видим. Давайте перейдем к следующему персонажу, о чем мы тоже говорили, и брат Даниил вспоминал. Верою и сама Сара. Мне это нравится. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Господь Иисус, мы отдаемся Духу Твоему Святому на это время вечернее, на это время служения, Господь. И мы очень благодарны, что Ты присутствуешь уже среди своих детей. Как это, пусть эта песня, дай нам войти в вдохновение этого псалма, Господь. Посети свой народ, ободри, Господь, чтобы мы, Господь, могли бы также возрадоваться, что Ты принял нашу жертву, нашу эту веру, то, что мы хотим принести Тебе сегодня. Ободри свой народ, чтобы мы могли бы возрадоваться и возвеселиться в этот день посещения нашего. Мы очень нуждаемся в Тебе. И просим, чтобы это служение также было бы сверхъестественным для каждого из нас, Господь. Чтобы мы могли бы, Господь, видеть движение Твое, посещение Твое, Отец. Я молю Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Пусть вера будет задействована Духом Твоим Святым. Благослови нашего пастора, брата Павла, где он находится сейчас, в кривом рогу, Господь. Пусть также Твое присутствие будет с ним и все, кто находится с ним. Аллилуйя. Под этим помазанием, чтобы они также получили, Господь, этот елей, который снисходит с головы. Пусть это пропитает та частичка тела, которая находится там. Мы молим Тебя, Господь. И все, кто на подключении, Отец, мы просим Тебя, коснись Твоих детей. Мы отдаемся Духу Святому, этому сильному ангелу, который снизошел в эти последние дни довести свое дело до конца. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Пусть Бог благословит прочитанное слово. Мы немножко, опять, чтобы пройтись и увидеть то, что Бог приготовил для нас сегодня, мы должны вернуться в начало, правда? Потому что там это есть также в тенях, прообразах, эти тайны, которые раскрывает Бог сейчас для своих детей, чтобы это стало бы нашей сущностью, это чтобы стало бы нашим хлебом, нашей пищей, правда? И тогда ты просто становишься одним со словом. Это, друзья, это настолько чудесно, когда ты просто понимаешь, что Бог вкладывает эту часть мозаики прямо в твою душу и говорит, это твое новое имя. С этим новым именем присутствует новая натура. Ты будешь сейчас отождествлять не старое свое, а то, что я в тебя вложил.
И Бог сходит, чтобы активировать это, правда? Этот атрибут, этого семени веры. И да поможет нам Бог, друзья, сегодня. Поэтому мы опять, может, вернемся в бытие, посмотрим это. Но это чудесно, друзья, когда мы можем видеть себя, именно видеть себя в слове. Много раз мы слышали, но когда ты сверхъестественному образу, когда Бог открывает, дает тебе вот это покрывало, как мы говорили там про Сару, что ты оправдан, ты оправдана. Это перед всеми да будет так. И так хочется это носить, правда? Ты знаешь, кто тебе это дал, кто это позволил одеть. Это позволено тебе носить. Аллилуйя. Через ту силу возлюбившего нас мы это сделаем, правда? Да поможет нам Бог, друзья. И поэтому здесь именно говорится в этой главе, главе веры, потому что ей было дано сила к принятию семени. Понимаете? Это очень ключевой такой момент, очень важный момент. Потому что как ты можешь получить, когда тебе это дано? Когда тебе не дано, ты не можешь получить. Поймите, это вот так вот просто. Кто-то может сказать, я имею. Может, он думает, что он имеет. У него интеллектуальная вера может быть. Он может двигаться разумом своим, понимаете, умом своим, умствованиями своими, планы делать. И бывает, очень получается. Но если ты его дитя, Бог придет, и это просто перечеркнет. Разрушит это все. Мы можем немножко пострадать, немножко поплакать, мы можем немножко быть разочарованными, но потом ты будешь радоваться. Ты будешь радоваться, ты будешь смеяться. Неужели мне это Господь дал? Бог не хочет, чтобы мы были бы бесплодными. Потому что мы, понимаете, как эти деревья. Он не хочет, чтобы мы были бы бесплодными деревьями. Друзья, поймите, Он хочет, поэтому это все зависит не от нас, а от Него. Чтобы пришла жизнь, чтобы пришла плодовитость, чтобы пришли эти плоды. Аллилуйя. И поэтому, понимаете, здесь сказано верою с большой буквы. Понимаете? Вера, которая приходит свыше. Правда? А в ней есть эта сила. Есть сила к принятию семени. Есть сила к изменению. Есть сила к тому, что можно противостоять дьяволу, и он убежит. Вы можете представить такое? Кажется, я читал, и вот реально, вот, понимаете, к тебе подходит дьявол, и в тебе есть сила. Ты не боишься. И вот эта часть, она будет бояться. Но из-за той части, то, что дал Бог. Вот эту часть нам дали родители, правда? Из-за священного союза, этого брака, отца и мамы, произошло вот эта часть. Вот вы ее видите. Какая есть, такая есть, понимаете? Но то, что пришло от Бога, это душа. Это другой человек. Поэтому, понимаете, Бог имеет дело с тем внутренним. Мы очень часто наоборот делаем. Одеваем и заботимся все это сам. Но больше надо заботиться о том, то, что нетленное. Но мы настолько тоже рады, друзья. Если вот это умрет, если это вот это смертное похоронят, я знаю, и ты тоже знаешь, правда? Если не знаешь, то знай, батенька. Ты дальше будешь жить. В тебе есть тот другой. Это просто костюм. Это вот отложим в сторону и все. Но я верю, что мы подходим к этому рубежу, что не все мы умрем, а все изменимся. Уйдем во мгновение ока при последней трубе. Труба последняя, труба архангела. Христос в вас, упование славы, произведет это, друзья. Такое будет землетрясение. Молекулы, атомы изменятся. И мы в воздухе, да? Что будет за путешествие? Это не просто в Герар. Это не просто там. Помните, Авимелех, царь Герарский.
среди своих филистимлян. Но не нашел такую девушку. Бабулька такая вышла. Ну, красавица, понимаете? И он думал, что правда брешет там, что-то она сказки рассказывает, 90 лет. В моем царстве таких нету. Аллилуйя. А в его царстве есть. И Бабулька, когда увидел, говорит, он обрадовался. Вот что нас ожидает. Слава тебе, Господь. И поэтому давайте мы посмотрим, вернемся немножко назад и разглядим, что у нас здесь будет происходить. Я немножко сегодня тоже сидел, записывал. Поэтому, друзья, что получила Сара? Она получила неземную силу. Она получила сверхъестественную силу принятию семени. Поэтому то, что Бог дал, поэтому она могла засвидетельствовать. Друзья, вот в этой главе это уже как бы концовка, кульминация всего. Но мы можем отмотать немножко назад и посмотреть. Это наши как бы прародители. Это отец веры и матерь. Наша мать. Вы читали об этом? Что Сара представляет мать тоже верующих, показывает на небесный Иерусалим, тот, который свободен. Понимаете? И Господь это сделал, потому что как раз в том месте, в той семье было две женщины, да, которые представляли эти церкви. Одна была служанкой, рабыней, и это Агарь, что в порабощении сейчас. Это гора там, да? И кто-то может это представлять. Но Сара, написано, она свободна. Она матерь всем нам. Мы хорошую маму имеем. Аллилуйя, друзья. И поэтому это чудесно. Мы можем даже это напомнить вместе с вами. И тогда вернемся в бытие. Где это? Вот эту тайну говорит апостол Павел. Галатам, 4 глава. Да? Сейчас я быстренько найду на памяти, по-моему, 4 глава. Да. Галатам 4:25. Ну или давайте 24. В этом есть иносказание. То есть, да, притча, тайна. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Понимаете? Есть такой завет, и люди выражают вот это. То есть это женщина, это церковь, которая выражает вот тот завет, который может родить только рабство. И другая. Да, рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. То есть земной, плотской, да, это показано. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Аллилуйя. Это наше наследие. Поэтому давайте мы сейчас вернемся, чтобы мы могли бы увидеть. Сейчас немножко должны передвинуть наши листы Библии. Мы с вами просмотрели 20 главу, когда Сара была восстановлена полностью, правда? И это пока и возвращена к своему мужу. Кто-то стоял за нее. И мы благодарны Господу, кто-то стоит за нас. Поэтому это неземной телохранитель. Понимаете? Но если у нас, правда, бывает какая-то беда, то у избранных есть ангел-хранитель. От этого и взято, понимаете? Те, кто не имеют ангела-хранителя, им нужен телохранитель.
Но у нас есть ангел-хранитель. И говорит, у избранных есть ангел-хранитель. И Барбахнов дальше говорит, это в вопросах и ответах. Говорит, это и есть ваша теофания. Слава Господу. Да поможет нам Бог верить в это, двигаться, хранить это, чтобы мы были бы на связи с этим. Мы с братом Димом Дорониным вчера, по-моему, общались, говорили по телефону. И он говорит, брат Брахам там говорит в вопросах и ответах одной сестре. Ей там было очень плохо. Она услышала, понимаете, как и иные языки тоже. Очень интересно. Там, может, немножко наперед забегаю, но такая интересная тема и суть раскрывается, что брат Брахам говорит, это был ангельский язык. Говорит, это ваша теофания ходатайствовала о вас, чтобы ваша жизнь была сохранена. Ух ты, думаешь, Господи, что за подкрепление мы имеем? Что за чудная стена, что за чудная ограда у нас? Когда ты уже можешь вообще, понимаете, дойти до такого, что ты можешь терять сознание, как бы, знаете, быть в таком тупике, и дьявол тебя может так опустить в грязь, и ты думаешь, ну все, конец. Да, как жена Иова может сказать, ну прокляни Господа, и просто зачем тебе страдать? И что-то начинает, ты можешь что-то услышать, и какое-то придет опять ободрение, придет, понимаете, какие-то слова для тебя, что это поднимет тебя. Аллилуйя. И поэтому смотрите, что мы здесь переживаем, друзья. Что мы здесь видим. Вы помните эти все главы. В 17 главе они получают новое имя. Обрезание Авраама. У Сары то же самое. Ей Бог дает это новое имя. И он даже говорит, что не называй больше ее Сарою, а называй ее Сарах, да, или это будет... Другое, это будет этот свободный Иерусалим, мать живущих. И это нечто ободряет, и ты просто, знаете, как можно смотреть, ну, это старая натура. Но Бог приходит и просто начинает поправлять. Муж может не замечать, да? А Бог приходит и просто говорит, нет, не смотри на эту старую натуру. Я ей дал новое имя, у нее, а это новое имя показывает, и в ней есть новая натура, которая показывает небесное, которая показывает на свободу. А я еще не, понимаете, она еще не зачала, она еще не пережила никакого посещения, но Бог приходит к мужу и начинает просто уже говорить, ты уже называй вот так, исповедуй так другими словами. Говори о ней вот, так, вот это, говори о ней хорошее, говори о ней победоносное, говори о ней позитивное. Это нам, мужьям. Потому что можно что-то видеть, знаете, такая, она такая сварливая, она такая, такая-сякая, все такое. Нет! Не Агарь. И не тот наследник, который у вас получился по плоти, по ложному, понимаете, по плотскому откровению. А Сара родит обетованного. Вы понимаете? Друзья, мы много раз говорили, но мы должны вот это вот пережить, потому что то, что Бог дает нам, это Он дает, чтобы ты, то, что это невозможно для тебя, поэтому Слово проделывает путь, чтобы вера была бы задействована, вы понимаете, потому что ей дано было, то есть вера дана, веру ты не можешь заработать, это дар Божий. Это подарок, понимаете, по благодати, чтобы никто не хвалился. И именно святые, они будут иметь эту веру. Поэтому нам надо иметь не свою, а веру Божию. И тогда это будет отождествляться, когда он это увидит, ему это понравится. Ты войдешь в этот канал победы, как мы говорим. О, мне хочется. Давай я так попытаюсь, давай потом уже, что они перепробовали, правда? К одному доктору сходили, к другому. За границу съездили. В Египет. Помогали всем. Но, увы,
И вот они, знаете, и идут. А Бог о них мыслит, а Бог о вас мыслит по-другому. Ну, Сара думает. Молодая, крепкая, понимаете? Африканка там, египтянка. Аврамчик. Зайди. А может, это ответ от Бога? И так звучит красиво, понимаете? И она сразу зачала, она забеременела, она родила. И она начинает ходить. Рабыня. Сара называет Авраама господином, а рабыня... Абрамчик, ну посмотри, какой красивенький. Подержи его, а это самое. Я устала, можно я чуть-чуть? Мне тут Бог заколола. И Сара такая смотрит, ничего себе, а что такое происходит в моем доме? Вот. И Авраам, ах, ты мой хорошенький, ты мой такой, это самое. Не, мне уже такое не нравится. Авраам, это надо удалить от нашей семьи. Это чтобы этого не было. Так подожди, так это же, ты же все это придумала. Я думал, мы дождемся Господа, мы дождемся ответа от Господа. Но как бы так вот решили, это предложение было твое. Ты говоришь, вот так вот Господь нам ответил. А сейчас, нет, мне это сам, меня это раздражает, я теряю мир, у меня нет никакого покоя, никакой радости. Вот так подарок получили, понимаете? А так хотели. И бывает, мы хотим приобрести что-то, понимаете? Господи, дай мне. Но вот так ты мне дашь. Но это я так решил. Или ты так решила, что вот я вот так вот получу. А, ну ты такой. Ну, хорошо. Бог отойдет немножко в сторону. Он не уйдет. Он не отвернется, как мы поем, к тебе спиной. Но он-то просто посмотрит. Как ты будешь от этого радоваться? И у тебя розовые сердечки, там тона, а такое-сякое. Или там, знаете, что бы это ни было, плод, понимаете? Вот он, долгожданный плод. Ну, мой! Понимаете, как бы это самое. Как бы не мой, но и мой. Ну, вот так он получился. И потом вот эту ошибку, нашу ошибку, мы знаете, как хотим? Все, за двери. Фух, избавился, знаете, так. Но, друзья, это мы так думаем, что ты так легко избавишься от этого. Ты должен это, Барбланка говорит, победить. Понимаете, у тех, может, так и получится. Поэтому, вы помните письмо «Вышнее призвание»? Поэтому он говорит, заруби себе на носу. Там новообращенный брат был. Говорит, им это проходит, но тебе это так не пройдет. Понимаете? Тебе так это не пройдет. Потому что ты избранный. Ты избранная госпожа. И я все равно добьюсь того, что я в своих мыслях имел о тебе. Понимаете? Это же чудно, друзья. Поэтому мы с вами разбирали Авраама, разбирали Сару, тот заговор, как бы это, то есть, может, это предыдущие главы, да? А тут мы можем с вами посмотреть, потому что он же, когда Бог заключил с ним завет, мы слышали эту песню, он отгонял этих хищников, этих птиц. Но он же это помнит, и Господь это помнит. Чтобы ты не заснул, чтобы ты не стал ладыкийцем. Сражайся за это твое наследие. А Бог потом небольшой, несмотря что эта тьма сгустилась, понимаете? И кажется, вот это сейчас уже потухнет. Твоя первая любовь, твои эти чувства по Богу. У меня были такие раньше молитвы. У меня были такие... Я так радовалась о встрече с молодежью там, или с другими моими друзьями. А сейчас просто ты начинаешь избегать, удаляться, понимаете? Как будто как уходишь в пустыню или в какую-то пещеру. Но есть живой источник воды. Есть эта чистая вода. Есть эта настоящая жизнь с настоящим переживанием от Бога. То, что Бог хочет, чтобы ты пережил и я. Понимаете? Он не хочет, чтобы ты потихоньку засыхал. А мы же так смиряемся.
И знаете, уже так, ты уже такой, ну, святой. Забери меня, Господи, отсюда. Чего? Забрать тебе вот отсюда? И ты хочешь показать, что я такой слабый? Ты хочешь мне показать перед всеми народами, религиями, что я такой немощный Бог, что я не могу исполнить свое обещание? Да я приду и уберу твое неверие. Я хочу дать тебе плодовитость. Я хочу, чтобы у тебя ты еле передвигался от этого радости, от этой смеха. Чтобы ты, наоборот, звал, не дойду, друзья, приезжайте лучше домой. Не хочу растрясти все. Поделиться хочу. Спелые плоды, созревшие. Потому что солнце правды зашло. Но у Сары, понимаете, были оправдания. У кого бывает оправдание? Бывает оправдание. И настолько начинаем оправдываться, знаем, ну, в кость неправы. И начинаем оправдываться. И прямо бывает на служении. Бывает дома, понимаете? И ты знаешь, что неправ. Но ты говоришь, как бы это... Потому что у некоторых получается говорить, а сам знаешь, ну, я же неправ. Правда? Тот внутренний говорит, ну ты же не права, ты же не прав. Не, ну план есть такой, ну могут поверить. Могу, знаете, так пыль в глаза пустить. Как дым из печи. А что ты выражаешь? Что ты исповедуешь? Мы призваны другое исповедовать. Друзья, совсем другое. Потому что Сара уже не могла, но она смотрит на Авраама. О! Ну ты же еще можешь. Такой ну, замечательный брат, правда? Он сильный. Ты можешь песни писать, ты можешь петь, ты можешь играть. Ты же можешь. Ну, давай это сам. Но какой продукт родится? Измаил — это продукт неверия. Неверие обетованному слову. Ну и что? Что ангел встречает Агарь. Помните, в пустыне, дает ей колодец, открывает ей источник, дает ей, чтобы она и младенец не погиб. А потом говорит, смирись и возвращайся к своей госпоже. У меня так не пройдет. И понимаете, она может приходить, заплаканная, все это. А Сара гуляет свободная. Ну я же Сара, знаешь. Смогла... Победила, выгнала. Вам посылка. Это Господь прислал. А, ну если Господь... Боже мой. Знаете, и надо встретиться со своим плодом неверия. И ты понимаешь, что ей позволено или ему? Понимаете? Этому плоду неверия моему, что я придумал, возвратиться назад. Проблема возвращается назад. Почему? Почему проблема бывает возвращается назад? Ну, что бы ни было, понимаете? А потому что это не побеждено верою. Уловите суть, ключ всего. Бог хочет, чтобы это было бы побеждено верою. Чтобы ты принял эту силу для принятия этого семени веры. Мог бы посмотреть. Кажется, ну, все высохло. И мне иметь опять это удовольствие. Понимаете? Друзья, это замечательно. Это можно по-плотски об этом размышлять, но можно духовно. Это духовное произойдет зачатие. Когда ты признаешь свою слабость, свою немощь, бессилие свое, и тогда Бог начинает вступаться. Понимаете? Вот что было. Поэтому Бог 13 лет с Авраамом не разговаривает. Вы помните,
какая там глава, 16 глава Бытие заканчивается. Потому что когда родился Измаил, когда он там был, и говорит, был Аврааму 86 лет. Вот что, вот это он имел, вот этот продукт, понимаете? Вот то откровение, которое можно было только и проявить. И потом в 17 главе Бог приходит и говорит, ходи, будь перед мною непорочен. Понимаете, и он начинает давать это обетование. Я тебе даю новое имя. В этом имени это новая натура. Понимаете, я даю Саре. Пойми, говорит, он смотрит на Измаильчика. Нет, говорит, Сара родит. И я тебе даже хочу сказать, какое имя будет у этого обетованного сына. Это будет Исаак. Это будет царский род, продолжение. Это только тень, но через этого Исаака придет сам Христос, Избавитель. Вы хотите увидеть в своей жизни избавление? Друзья, мы должны подойти и к этому, а не просто, да-да-да, там было на Голгофе. А где твое, где твой этот образ? Где твоя Исаия 53 глава? Кому открылась мышца Господня от того послания, которое вы слышали сегодня? Правда? Нечто должно сегодня произойти. И когда ты просто в послушании говоришь, Господь, я просто хочу умереть от этого всего. Или осуди это во мне, но дай мне то настоящее, чтобы это дало бы эту жизнь. Я хочу увидеть в своей жизни этот росток, эту масленичную новую ветвь. То, что пожрали эти жуки, эти, понимаете, гусеницы, червяки, это саранча, эти там короеды, эти бесята, которые это самое. Ну, я хочу увидеть это восстановление в себе. Или мы будем, знаете, вот как-то так. Он говорит, перестаньте хромать на оба колена. В предыдущей главе евреям. Мы, понимаете, когда Бог сходит, он и Иову говорит, а ну-ка встань, а ну-ка оденься, припаяшься, буду говорить с тобой. И Бог приходит к нам так. А ну-ка вытри слезы, высморкайся. И бывает так делаем. И потом тихое это веяние. Он не приходит, друзья, чтобы тебя только, понимаете, осудить и наказать. Он приходит, чтобы потом ваша печаль, как апостол Павел говорит, обратилась в радость. Чтобы ты... Когда мучается кто родами, но когда родит, она больше не вспоминает, она радуется. Вот это откровение принесет, понимаете, это вера и принесет вот эту победу в божественной любви. Может, у тебя это и не будет на французском языке. Может, это будет на каком-то другом. Но это произведет то. Ты просто будешь знать, что ты на правильном пути. Это правильная стезя. Это тяжело. Но он подтвердит, это мой путь. Да-да, братик, да, Владос, это мой путь. И большая доля небес за то, что ты сделал этот выбор. Понимаете? Друзья, можно сказать, Бог предопределил. Конечно! Но было пророчество, именно Бог и смотрел. Сделаешь ты это? Я все сделал. Я все сделал. Но ты тоже должен дать согласие. Да, Господь, я пойду. Помоги моему неверию, да? Умножь веру нашу. Апостолы, ученики, они были искренни, они, правда, иногда нам нужно вот так вот просто сделать. Господь, снизойди, пусть ангел твой снизойдет и умножит эту веру. Может, она у меня пока как горчичное зерно. Но это потенциал для того дерева. Потому что в нем есть листья. В нем будут, чтобы кто-то прилетел. Перегрим, странник. Понимаете? Под тенью вот этого дерева. Вот этого дерева. Правда, не просто там носить что-то это самое. Ну, зайди в тень моего это. Чтоб... Помните, как брат Бранхам говорит? Посиди под этим дубом. Ты узнаешь. Об исцелении, об этих тайнах, этих всех. Мы должны возжелать. Поэтому, друзья, это нечто происходило. И когда Авраам получил это обетование, посмотрите, он все, он, следующая глава, помните, хорошая глава,
Он понимает. Он говорит, что я тебя посещу. И у Сары будет этот сын. Он от тебя родится. И он ждет этого посещения. И там у Дуравы Мамри. Поэтому что мы говорим, друзья? 28 лет. Это цикл женщины. Может, кто-то, понимаете, для кого-то сегодня или в эти дни, мы подходим к Пасхе тоже. Это от нашего этого праздника. Он рядом, всегда рядом с Пасхой. А это нечто особенное. Вы должны увидеть этого ангела. Потому что они видели этот огненный столб. Они видели избавление. Они видели тьму, но они видели свет в Гесеме. Исход. Из твоего неверия, из твоей неспособности, из твоего бесплодия этот ангел ведет в плодовитость. Не твоей силой, правда? Его силой. Аллилуйя. Поэтому, друзья, у нас не будет веры, пока нам Бог ее не даст. Но когда это дает Бог, и это прокладывает путь тому слову, которое должно исполниться в вас. Это и есть то, что, для чего Бог и вложил в нас это семя веры. Как мы эту песню пели, там, помните? Это ты и я. Это Он предопределил. Но это семя, это ты и я. И мы должны просто засвидетельствовать, исповедовать это. Аллилуйя. А слово приходит к нам. Потому что вера – это отслышание. А отслышание – слово, правда? И Он это дает, чтобы мы не просто ходили в церковь, а чтобы мы могли бы служить Богу, чтобы мы могли бы ходить с Ним. Ходить с Ним – это чудесно, это радость. И понимаете, когда мы смотрим, давайте, вот мы сейчас опять вспоминаем, мы говорим, Авраам и Сара это духовные наши прародители. Так у них была тоже генетика. Вы помните их ошибки? Конечно. И как бы ты это видишь, ты видишь эти слабости, ты видишь, что они проходили. Но это были люди. Это не просто Бог записал образ какой-то. Это были люди, такие же, как и мы. Но Авраам, помните потом, он говорит, не поколебался в вере. И про Сару сказано. И вот приходит, понимаете, помните вы это? И Иоанн говорит, ну-ка быстро, Владыка Господи, не пройди мимо нас. Друзья, может сегодня кто-то остановит, так скажет, надо приготовить нечто. У меня есть эта хвала, у меня есть это, я хочу это принести Господу. Сейчас, понимаете, мы как бы не можем такие молитвенные служения проводить, но вы можете в сердце это сказать, и Бог это услышит, потому что Он здесь, Он рядом, Ему понравится это. Его добродетель может снизойти. Когда Он увидит веру, ты можешь прикоснуться к Нему. И это будет нечто особенное. И поэтому, когда Авраам начинает это делать, он начинает там беседовать, он начинает беседовать с ним. И Бог начинает говорить, а где твоя жена Сара? Новым именем, да, называет? С той натурой. Мы все это проходили, мы это как бы знаем, понимаем все, друзья, но мы должны как бы эти вещи видеть. То, что наши эти герои Библии проходили, представляли, если это они были тенью, а мы реальностью, так это нас тоже ободряет. Если в таком состоянии, понимаете, но из-за того, что они были предопределены к жизни, и Бог был верен, обещавший. Это свидетельство уже женщины, Сары, церкви. Должно быть последних дней. Авраам, понимаете, говорит, да она там в шатре. В шатре? А она знает тайну третьего рывка? Тайну семи печатей? А она не в шатре была.
И кто-то из вас может не в шатре. Он при шатре может быть. Он может при этих тайнах быть. Он... Ну, давайте прочитаем. Вы помните, что она была не в шатре? Это так Авраам сказал. Но она была у входа в шатре, с задней стороны. Помните? Давайте его прочитаем. Где это там написано? Или вы думаете, брат Юра выдумал? Надо сейчас это прочитать, а то правда, если сейчас не найду, скажу. Ну вот, брат Юра, договорился. 9 стих 18 главы. И сказали ему, где Сарра? Или помните, как говорится в этом оригинале, Сарах. Ты Абрахам. То есть, да, Божья буква стоит на этом дуновении. Так у нее тоже эта часть. Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году. И будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Очень близко, при самой тайне. То, что должно произойти в маленькой палатке. Друзья, обратите внимание. Такой маленький-маленький. Ничего брат Юра нового не сказал. Вот такой небольшой акцент. Но мы прочитали основное. Она приняла силу, которая была сверхъестественна, сила свыше, которая сила от Бога, от Святого Духа, от этого ангела, чтобы родить, правда, обетованное слово этого сына. И как бы знакомо все. Ну да, там находится эта тайна, там это сила преображения, там это вера отцов, там это что может изменить, правда? То, что дает эту победу в любви божественной, это все находится в шатре, под печатями и все это самое. Но она у входа в шатер. Кто-то у входа в шатер с задней стороны. Поэтому Браманха говорит, помните, ангел говорит, оставь это все. Я тебя встречу в маленькой палатке. Кого-то настает время, друзья. Я верю, что уже, может, настало. Что надо все-таки войти. А чтобы войти, нужна вера. И это правильно. Понимаете, и бывает, только что, понимаете, как помните, Барабанха говорит, это могло бы ее сразу уничтожить, если бы она не была бы частью. Ты часть. Я часть его. Он не может убить, понимаете, он приговорить свою часть. Он свою часть, он стоит за свою часть. Он заботится об этом. Поэтому он может тебе сказать упрек. Это и был высказан. А почему она не верит в это? Почему ты в это не веришь? Ты уже перепробовала все, ты уже все перепробовал, и ты на этом хочешь смириться? Но я же сказал, что я посещу тебя, и от тебя будет этот плод. Этот плод. Мы говорим о этих плодах. Дима, брат Дима вспоминал, ревнуйте о дарах духовных. Это принадлежит нам. Вы хотите это иметь? Это же есть на дереве. Это плоды Духа. Кто это помнит? Аминь. 1 Коринфянам 12 глава. 9 плодов. И нам принадлежит эти 7 добродетелей, правда? Потому что если кто на это смотрит, ты не останешься, если ты это вошел, ты это имеешь, ты не останешься без успеха и плода, Писание говорит. А кто, говорит, забыл, тот слеп. О, Господи, я не хочу быть слепым. Ты показываешь прямо мое наследие, мое обетование, а я тут все время как бы в крота какого-то духовного играю. Я тут все как бы, знаете, ну, что тут еще может быть? Я вот так же хочу, чтобы это так пришло. А это так не придет, как ты хочешь.
Я просто хочу сказать, это разочарует тебя. Это придет совсем так, как ты не думаешь. Но это придет. Аллилуйя. Это обязательно придет. И поэтому, понимаете, и сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Понимаете, нет плодов, нету радости. Вот встречаешься с человеком, понимаете, про Сару Петр говорит, да? Об этой красоте. Есть внешняя красота, есть внутренняя красота. И многие люди одеваются внешне красиво. Они выглядят как христиане. А внутренней красоты нет. Нету плода этого. Понимаете, вера, радость, понимаете, и так далее. Плоды эти духа, помните? Вы помните? Галатам, 5 главу, посмотрите. Там есть плоды плоти и есть плоды духа. Плоды духа — это с большой буквы. Плоды Духа Святого. Это не наши плоды. Что может кто-то вырабатывать свои плоды. Понимаете, можно вырабатывать... Ты встретишься с кем-то, и ты хочешь порадоваться. Ты хочешь соприкоснуться с верой. Ты хочешь получить ободрение. А у кого-то он может только выдавить эмоции какие-то. А эмоции не приносят веру. Правда? И если у тебя есть развлечение, ты это увидишь. Это перья павлинные, просто вставленные. Но когда Господь приходит, Он может обновить это, Он может дать это, и Он это хочет, друзья. И поэтому, понимаете, Он приходит и говорит, а ты думаешь вот здесь, что ты уже стара, ты состарился. Понимаете? Были люди, когда отстраивался основание второго храма, помните? Они начинали плакать, они вспоминали, ой, первый какой был храм это. И это не то, что старики, люди здесь состарились. Понимаете? Они, то есть, смотрят назад на старые переживания и, можно сказать, периоды это. А ты можешь смотреть вообще на какие-то старые переживания. Какие? Которые не от Бога, это не мысли Божьи. И тебе тяжело, ты потому что понастроила, а у тебя это не исполнилось, это не исполнилось, это не исполнилось. И все, и мы начинаем, понимаете, плакать. А Бог приходит и говорит, вот в это время, в следующем году, я посещу тебя, и Сара забеременеет. Ах, понимаете, а я не верю. Я близко к этим тайнам, к этому всему, к этому зачатию. Но это же должно быть сверхъестественно. И поэтому Бог приходит. Он же когда-то пришел к нам, ко мне. И что, ты сразу такой, о, Господь, я... Нет, ты не верил. Ты был неверующий. Так Писание говорит. Во грехе тебя мать зачала, правда? Но по Божьей благодати Он избрал, и Он хочет дать в тебя вложить то, понимаете, чтобы вернуть нас домой, чтобы вернуть нам эту веру отцов, которая потеряна была. Вот что Бог приходит, дает это откровение, дать нам плодовитость. Аллилуйя. Чтобы, как этот жезл сухой, как эта палка, может кто-то, знаете, такой все, был как бы не очень такой, а потом он такой худеет, стройнеет, ну такой просто жезл. Палка такая, знаете. Ну это надо, эту палку, когда отнесли в присутствие Божие. Ожило все. И цветочки появились. Жизнь, потому что. В присутствии надо полежать. Сына, солнце. В этом откровении, правда? Тогда мы снимем свою черную одежду. Хотя я люблю тоже, как бы, знаете, такое. Но это не похоронное, правда? Потому что тут есть белая рубашка. Ну на некоторых людях ты можешь одеть белую рубашку. А потом думаешь... Ну, белые тапочки еще будем дать, и все. Ну что? Невеста. Сара. Встреча с Сарой. Свободная. Господи, Боже мой. Дай нам ободрение. Дай нам оживление. Дай нам оживляющую силу.
Чтобы мы могли бы, понимаете, немножко потопать, чтобы мы не просто смотрели бы. Я не понимаю. Так просто попроси у него. Да он же, ты же прямо в присутствии, понимаете? Он тебя не осудит. Поэтому он пришел и говорит, я это сделаю, я позабочусь об этом. Аллилуйя. Мне это нравится, друзья. Понимаете? А Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась. Ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Или другими словами, ты не поверила в то, что я сейчас говорю. А я докажу, что мои слова – суть дух и жизнь. И я заберу твое неверие. Я заберу это все, что высохло. И я обязательно проявлю это. И ты сам или сама засвидетельствуешь об этом. Аллилуйя. Да будет слава Богу. 16 стих. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. А Авраам же пошел с ними проводить их». Вы представляете, какая привилегия для нас прогуляться с Господом. Вы видите? Это же здесь. Брат Бранхам это видел. И мы же это видим. Мы это выражаем. Господи, я хочу прогуляться с Тобой в это вечернее время уже. Вечернее время. Замечательно это псалом, правда? И он пришел дать нам веру. Понимаете, это засвидетельствовала Сара. Это засвидетельствует невеста последних дней, которая скажет, моя сила в этой немощи, в этом бессилии. Господь, употреби меня. Когда я немощен, тогда я силен. Дай мне быть слабым, чтобы сила твоя могла бы выразиться. Я хочу забеременеть этим. Не пройди мимо меня сегодня. Да будет слава Богу. Хотя у меня эти проблемы. Но я знаю, раз этот ангел пришел к Саре, а нечто будоражит у меня здесь, это показывает на меня. Я преодолею все. Преграды, все эти, которые мне обещали эти последствия. Господь, я знаю, что Ты мне поможешь это. Подняться выше этого всего. От земного подняться. И после принятия семени веры, что, друзья, пришла победа. Аллилуйя. Пришла победа. О, Господь, слава Тебе. И они осознали, что верен обещавший. И они уже больше не колебались умом, не оправдывались, а могли засвидетельствовать, верен обещавший. Он это обещал, чтобы он пришел, чтобы дать мне эту радость, эту жизнь с избытком, это счастье, Дух Святой, чтобы я мог быть ободрением для других. Может, я не очень, знаете, такой умный и все такое, но есть такая маленькая часть, чтобы просто высказать, выслушать и ободрить кого-то. И Господь не зайдет в этих словах. Аллилуйя. Пусть эти деревья сегодня будут также оживлены. Друзья, мы просто, я верю, в этом присутствии. И понимаете, вы думаете, дьяволу это нравится? Да мы все время пробиваемся. Вы думаете, ой, так легко открыли дорогу, давайте с этим маршем пройдем. Нет! Он говорит, вы будете воевать за каждую пять, за каждый клочок, но это ваше. И я так же само стою. Вы думаете, мне сейчас так, брату Юру так... Я просто двигаюсь верою. Дьявол мне тоже мешает. Он хочет сбить пути, хочет убрать это помазание, хочет убрать, чтобы я на что-то, понимаете, смотрел и все эти вещи, и остановился, и сказал, не, ну ладно, давайте в следующий раз поговорим об этом, в этот раз не получается. Я не остановлюсь так. Я просто знаю, что верен обещавший. Я сам это должен сказать. И, друзья, он бывает часто приходит в самый последний момент, потому что он проверяет нашу веру с вами. Но он вам ее дал. Я вижу это, я вижу эту реакцию. А если это он дал, то вы ее имеете. А если вы ее имеете, вы проявите то обетование.
Слава Господу! Ну что, давайте мы уже подходим к концу. Поэтому Иисус, Он как это семя Авраама, Он пришел, потому что Он и является этим семенем Авраама. И Он пришел завладеть вратами врагов наших. Понимаете? Он есть то семя. Это семя веры вложено в нас. Семя Христа. Понимаете? Аллилуйя. Он уже победил смерть. Он уже победил всех врагов. Он уже победил, друзья. Поймите. Это настолько чудно. Мы, может, в следующий раз там Самсона вспомнили кого? Избранный, Назарей, понимаете? А Далида-то, это церковь, это обольщение, понимаете? Вываживает там тайну. И кажется, скажет, да, он ушел туда. Он ушел, это была слабость. Ну и что? Ну, Бог смотрел на него. Бог был с ним. Он, может, потерял некоторые вещи. Но восстановление приходит. И поэтому, понимаете, когда мы смотрим это, как Самсон, вратами врагов. Друзья, так хочется увидеть, чтобы кто-то мог взять, поднять эту тоже проблему. Вроде бы так тебя окружили, тебя уже так связали. Самсон, филистимляне на тебя. Но у тебя есть эта сила назарейства. Встать, порвать это все неверие. Это просто как нитки отлетают. И они думают, ну вот все, попалась, попался. Друзья, попалась Ева. Попалась. Поэтому, понимаете, она была обольщена. Она попалась, она была найдена с другим, с другой рептилией, со зверем. Поэтому Бог начинает Авраам и Сара. А Сара, кажется, помните, мы вспоминали? Ну вот сейчас, я уже самое. Я войду к ней, я она моя жена будет завтра. А Бог приходит, да ты мертвец, если ты дотронешься. Поэтому не будет завтра, дьявол, как ты хочешь. Мы уйдем свободными, восстановленными, друзья. Поэтому Бог приходит, и понимаете, Он не просто омолодил их. Помните, Барбанка говорит, если бы она стала бы молодой, она была все равно неплодной. Он убрал проблему из, внутри. То, что находится в нас внутри, Он убрал эту проблему. И ты принимаешь семя, эту силу сверхъестественную от Бога, чтобы родить. Посмотри, как Бог о тебе говорит. А дьявол говорит, не-не-не, ты посмотри на себя, ты посмотри на неспособность свою. А Бог говорит, ты просто доверься мне. Аллилуйя. Давайте перед этим прочитаем то, что говорит пророк. Может, эту цитату прочитаем и будем заканчивать наше служение. О, Господь, да поможет нам Бог проявить эту, чтобы вы стали этими плодоносными деревьями, этой жизнью. А Бог смотрит, да... Ты посмотри, она уже расцветает. У нее веточка, у нее рука поднялась. У нее пошла, понимаете, веточка веры. Вот так вот Бог смотрит на нас. Поэтому это не то, что, понимаете, никто же не говорит, давайте поднимем наши руки. Я, понимаете, друзья, если мы за какую-то нужду молимся, мы можем это сказать. Но когда звучит слово, и Бог наблюдает за вами, и нечто, говорит, в тебе начинает подниматься. Я хочу это, Господь. Настало это время. И что-то говорит, понимаете, не то, что ты, не имея полномочий, хочешь это взять, но с дерзновением приходи через престол этот милости, через этот путь путем новым и живым, где Его святая кровь проделала путь для тебя. А вход очищен. Ты сможешь, Рувин. Ты сможешь, мы все сможем. Почему? Потому что Бог так сказал. Он будет стоять. Он говорит, это моя битва, он будет поборать. Это еще большее чудо. Понимаете? Представьте, насколько они ждали. Но они заснули. Но они увидели перемену тел.
Они смогли родить, друзья. А для вас благоговеющий над именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах моих. Вы понимаете, о чем? Это Малахия 4, который возвращает веру потерянную. Знаете, какую веру? Наших отцов. И даже еще дальше, чтобы мы вернулись бы в восстановленный Эдем. Потому что первый Адам ходил по воде. Первый Адам имел силу изреченного слова. Первый Адам имел доступ к семи измерениям. Вот куда наш Бог. Поэтому эти семь печатей возвращают нас ко всем измерениям. Поэтому там души под жертвенником. Правда? Там есть то, где теофании находятся. Это шестое измерение. Поэтому мы восстановлены в семь. Обратите внимание, что произошло. Она тут же вновь обратилась в прекрасную молодую женщину, показывая там, изображая, что он сделает с царственным семенем Авраама, чтобы принять сына, который был обетован. Она вновь обратилась в молодую. Взгляните, они пошли в Герар. И что случилось? Авимелех, царь, влюбился в нее, сказал, она привлекательна и красива, и собирался жениться на ней. Верно? Пожилая бабушка. Друзья, многие, где это для нас уже известно, вы пойдите, прочитайте это в деноминации. Они так и верят. Ну, надо же такая бабушка пожилая, красивая. Не, ну, там же написано 90-летняя. И не имея откровения, они будут смотреть. Ну, представлять, ну так. Так, кого тут можно представлять? Там, говорят, ну вот не изменилось там. Ну, кто там не изменился? Ну, там все натягивают, там, на, там Гурченко, ну, там всякие певицы, артисты. Ну, там, извините, я уже там, имена, эти фамилии позабывал. Но когда ты смотришь там, и ты понимаешь, там, простите меня, может, кто-то не это самое, но я не хочу, но когда брат Бранхам тоже называл эти имена, там, ну, я просто наше время начать, не то, что говорит там Элвис Пресли, вы его не видели, но Софию Ротару вы знаете, она в моем детстве пела. И она, значит, как бы сейчас, и понимаете, и все натяжки, какие-то растяжки, там, обрезашки, я не знаю, как это объяснить, но это не помолодеешь ты так. Это будет рак кожи, и все будет хуже. Это последствия будут. Но здесь совсем другое. Говорит, она привлекательна и красива. И здесь, понимаете, пока мы, наши сестры, такие красивые. Потому что они красивые и без грима. И это как бы, ну, это внешнее. Но, понимаете, нечто внутреннее выходит наружу. Это тот внутренний человек кроткого и молчаливого духа. Это та красота, которую подчеркивает апостол. Те, которые не имеют внутреннее, они наружнее всякое, знаете, там. Ну, мне нечего тут показывать. Ну, вы понимаете, да? Они стараются быть привлекательными. Но когда у тебя есть внутреннее, Божий Сын, или Сын Божий, Он обязательно это заметит. Оставь этот макияж. Я не против того, чтобы, знаешь, наши сестры опустились. Ну, такие вретища там это... Иду такой, я не про это. Вы будьте привлекательны, но пусть Дух Святой, и, который находится в вашем муже. Есть вот эта дорога, и он ваша безопасность. Всегда, если чего не знаете, спрашивайте у мужа. Это по Писанию, правда? Как мне вот это самое? Нормально вот это? Он тебе скажет. Муж. И собирался жениться на ней. Верно? Пожилая бабушка. И все остальные прелестные девушки там. Понимаете? А они не вошли в эту категорию. Вот как Бог может поменять. Бабуля. Она прекрасна. Она привлекает глаз. Видите? Бог изменил ее тело и обратил их назад. А вот сейчас вот давайте чуть замедлим.
чтобы мы не пролетели. Бог изменил ее тело и обратил их назад. К вере. К исполнению обетования на тот день. Это тайна, которая должна быть сейчас, в этот день, открыта Сыном Человеческим. Да? Или этот вечерний посланник, Дух Святой. Видите? Вечернее послание. То, что сестра Ксюша пела эту тоже песню, да? Я знаю, он принял эту жертву. Друзья, может, это мы еще, чтобы это пропета было, это может, пусть будет пророчески. Видите? Обратил назад. И это было последним знамением, которое они увидели. Это для обетованного семени. Правда? Было что? Это развлечение. Прежде чем пришла перемена тела. Друзья, давайте вот на этом приостановимся. Посмотрите на это. Это развлечение для тебя. Это не то, что брат Бранхам становился спиной и говорил, там женщина, это в красном, у тебя там проблема с почками, у тебя там на них там киста и все такое. Бог исцеляет тебя. Или там у тебя давление там и все такое. Вы это видели, вы это, понимаете, и это люди видели. Но разве это, понимаете, ну, можно сказать, это знамение для внешнего мира. Но что для избранных? Это последнее знамение. Развлечение. Он различит твои мысли. А ты различишь, что Бог посетил тебя. И ты просто скажешь, Господь, я принимаю это. Я все перепробовал. Я все перепробовал. Я знаю, что сейчас это последнее слово только за тобой. И ты допустил вот так вот, чтобы так произошло. Чтобы я бы могла бы или мог бы воспринять это правильно. А не просто, что, ну вот видишь, как это самое. Ну, то, потому что я ходила к доктору, а там мне посоветовали вот эти там с Тибета лекарства или там эти витамины и то все. И вот видишь, во, шито-вошито, как говорят. Вот так вот получилось. Так не получится. Но Бог придет с развлечением, и это будет последнее знамение для тебя. Ты больше не будешь планы свои строить. Помните эту песню? Не буду забегать наперед. Друзья, вот это то, что нам нужно. Коряво это сказано. Не коряво, друзья. Тут прыгаю я, не прыгаю. Меня это вообще не волнует. Я просто сейчас знаю, что он вот уже рядом. Что это угодило ему. Что мы дошли до этого рубежа, и что мы можем просто стоять. Я знаю, что моя вот сейчас тоже вера почивает на этом. Я почувствовал вот сейчас якорь. И вроде бы ничего себе. Брат, это вот столько. А я думал, это будет в начале, ну, хотя бы в середине. Или ты это подводил к кульминации. У нас нету, друзья, вот таких мыслей, конспекта. Начало там, основная тема. Идите к теологам. Вот они вас так научат проповедовать. Мы проповедуем по вдохновению. Деревенщина. Как пастухи. Но они увидели нечто небесное. И я хочу, чтобы вы это тоже увидели. Чтобы это было бы для вас последним знамением. Развлечение. Понимаете? И когда будет просто, чтобы настолько помазание сошло, не только на меня, чтобы я, бывает, чувствую ваш дух, вибрацию духа, понимаете? Кто-то принимает, кто-то сомневается, или как бы... Я сейчас не про то, что, ну, кто здесь присутствует. Но бывает такое. Или как мы в прошлый раз говорили, Бог не давал закончить. И там люди писали, а у меня дети как раз разбежались, и это сам брат, а там брат там с Белоруссии написал. Или еще какие-то вещи. Бог-то знает вас. Я очень благодарен Богу. Брат Юра-то не знает, но Бог-то знает. Поэтому нечто он хочет, чтобы мы бы поставили бы вот этот знак. Чтобы мы бы сказали, верен обещавший.
Я — это свидетельство. Мне не надо эту цитату сейчас. Брат, я вошел в это слово. Вот тогда брат Юра будет довольный. Это обо мне было сказано. Я приняла эту силу к этому семени, к семени веры. Это не моя вера, это его вера. И вот тогда просто исповедую это Богу. Дьявол, смотри, вот сейчас ты можешь наблюдать за мной, как добродетели от этого семени веры, которое Бог вложил в меня, будут проявляться. Я не буду больше тужиться. Я не буду больше одевать эти наряды, не буду прятаться там у себя, вести двойную жизнь, а потом приходить к верующим и показывать вот это. Я это не буду. Я дождалась. Этот ангел осудил меня. Я больше не буду. Он просто показал сейчас мою сущность, эту реальность. Он пришел. И в следующий срок, пусть этот следующий цикл, уже не 28 лет, 28 дней, 4 семерки, пусть кто-нибудь проявит. И я верю, что проявит. Иначе этого слова не было бы, друзья. Проблемы будут. Но я хочу сказать, Бог силен в тебе победить их. Бог силен победить их. Вот это есть тайна. Христос в вас. И уповайте на эту славу седьмой печати. Этих наград семи периодов. Аллилуйя. Это дерево жизни, нового имени, сокровенной манны, правда? И так дальше, и так дальше. Это все принадлежит вам. Вы те победители. Давайте мы поднимемся. Пусть, может, музыканты пройдут. Мне очень нравится, когда музыканты улавливают это дуновение, движение, как в прошлый раз сестра Она тоже. Я просто рад, что бывает, ты просто видишь, когда... Друзья, это помогает. Не зря Елисей говорит, мне надо музыканта, надо гуслиста, надо пианиста, гитариста надо. Понимаете? Надо духовика, кто бы это там... Как брат Виталий с Гродно, он там стоит со своей... На кларнете, да. Это не флейт, это кларнет. Это может канал там для... Чтобы Дух Святой проходил в том месте. У нас здесь... Да поможет нам Бог, друзья. Стоять на обетовании. И засвидетельствовать, чтоб Сара этих дней засвидетельствовала. Верен обещавший. Все не плоди, все ушло. Вот они, плоды Духа. Вот что эта жизнь пришла. Поэтому Иоанн говорит, ибо жизнь явилась. Друзья, понимаете, как это чудно соединяется? И мы стали свидетелями, возвещателями этой вечной жизни сегодня. Стоишь ты у камеры или у органа, или, понимаете, что бы здесь ни было. Или кто-то там на связи. У нас есть именинники. Виталий Закис, мой сын, первенец. Анна Безюкоить, Эля Салаватова, Мириам Степаненко. Анна Сушинская, это мама сестры Кати из города Нериты. Пусть Бог благословит их, мы помолимся. Также мне писали, была просьба. А, да, брат Василий написал. Это, помните, брат Павел рассказывал про них из-под Винницы. Брат Василий с Машей. Дорогие мои братья и сестрички, у меня есть просьба помолиться за меня. У меня болят почки. У них киста. Буду благодарен за поддержку. Пусть Господь всех вас благословит, брат Василий. И сестра Аня Безукоить просит за своих родственников тут. Прабабушка Ирена, завтра у нее операцию на
на голову. И она просит, что можно ли еще помолиться. Она прямо умоляет. Из-за моего сына она просит. Давайте мы тогда отдадим это Господу. Дорогой наш Небесный Отец, мы хотим поблагодарить Тебя, Господь, что Ты приходишь в простоте. Иногда могут соблазниться, Господь, в том, иногда могут соблазниться на наших словах, на том, что у нас такая невнятная речь, Господь. В то время тоже соблазнялись, потому что мудрый века сего мудрее детей Божьих. Но у нас есть этот вечный ген, у нас есть тот атрибут, у нас есть то семя веры. И это наш якорь, это держит нас. Мы можем преодолеть эти волны, шторма, потому что семя веры Ты в нас вложил. И это семя, это Ты и я. О, Господь, пусть сегодня засвидетельствованы будут, Господь, те, кто победители. Мы читали, мы начали с этой главы евреев, 11 главы, главы победителей. Апостол Павел перечисляет там. Вера есть сущность в ожидаемом. Пусть это станет для моих братьев и сестер, которые в нужде, которые нуждаются этой сущностью и уверенностью, пока в невидимом. Но, Господь, пусть у них начнут расти руки веры, чтобы ухватились бы за эту сущность, чтобы могли бы уже ощущать другим чувством, шестым чувством. Это, как Брабаха говорит, сверхчувство. Оно только у избранных. Вера Божья, которую мы получили через обетование, через Малахию 4, нашего Илью. И мы начинаем, как эти тельцы упитанные, радоваться, ходить по этим обетованиям. Мы видим то, что Ты, Господь, для нас приготовил, и мы можем это есть. Есть. И это еще остается. И это не портится. Нам не надо это выбрасывать. Мы это едим, едим и едим. И в этом есть перемена тела. О, Господь! А когда мы едим, мы начинаем исповедовать то, что мы съели. И тогда Ты вселяешь эту радость, эти добродетели, эту любовь. Господи, пусть это будет последним знамением. Те, кто, может, еще смеялись, может, не доверяли, не просто осмеивали Бога. Конечно, нет. Они не верили, что это слово посылается прямо для них. А Бог приходит с этим словом, проделывает путь. И оно такое невзрачное. Оно такое простое. Оно так неудобовразумительное. Господи, но это не мудрость века сего. Это Твои Божьи мысли, которые изошли и из Твоего разума. Дать нам, Господь, это проявить, чтобы зерно вновь было проявлено. То, которое было посажено. Семя веры. И если посажено семя веры, значит, будет урожай веры. Господи, дай это моим братьям, дай это моим сестрам. И у нас есть нужда, мы молились, Господь. И мы просим, Господь, за родственников там, Анни Безукоить. Господи, я прошу Тебя, пусть это будет также вера больше в них, потому что я даже не знаю их. Пусть это будет вера в братья Виталики и в сестре Ани, и там в братья Романе нашем Безукоить. Чтобы они бы сплотились, бы, чтобы они создали бы эту цепочку веры. Мы можем просто присоединиться к этому. Отец, я прошу Тебя, сделай эту операцию не только на голову, но и на перемену сердца, чтобы Ты убрал каменное и вложил плотяное, чтобы нечто проявилось бы. И мы бы услышали бы это свидетельство, что Бог снизошел и вывел из этой темницы, и вывел из того, как
Господи, Лазаря надо было развязать, освободить его, он живой. Пусть будут сняты эти пелена. Я прошу Тебя, Господи, мы в смирении, в благоговении. Мы не можем Тебе ничем указывать, мы просто берем... Господь, Ты дал нам это слово, и Ты сказал, то, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. То, что вы разрешите, то будет освобождено на небесах. Господь, пусть это будет освобождено. Та душа, Господь, за которую ходатайствуют наши друзья, Господь, мы присоединяемся. Я не знаю эту душу, но Ты знаешь. Дай ей услышать, дай ей увидеть Творца. Твое проявление в людях, то изреченное слово, Господь, пусть оно выйдет в духе и в силе и не возвращается тщетно, но произведет то, для чего оно послано. А это слово, на этом мы стоим. Аллилуйя. И там за сына она просит. Или кто бы это ни был, там родственник, отец. Дай ей то, что она просит. Мы в смирении умоляем Тебя, стоя на этом неизменном обетованном слове. Спасибо Тебе, Господь, за нашего брата, который имеет эту нужду там, на Украине. Брат Василий. Моя жена тоже переживала это. Господи, и она ходила спустя год, там, спустя два, а на почечниках были эти наросты, это киста. Но на третий год, когда она, Господь, уже просто доверила Тебе, и она не пошла, потом мне надо было провериться. И был этот электромагнитный резонанс, или как это там называется. Эти электромагнитные волны ничего не нашли. Господи, святые молились. Я помню, брат Дима молился. Пусть этот пророческий дар будет больше проявляться в нашей церкви. Пусть эти молитвы будут, и это развлечение будет проявляться. Чтобы не просто кто-то мы видели, как тот брат Бранхам стал спиной. Как к Саре это было спиной. Но пусть будет развлечение мыслей. Чтобы это было удалено от нас. Человеческое, плотское. Господь, мы хотим принять Тебя по Слову Твоему. Оживи этот ген, семя веры в нас, Господь. Пусть, Боже, я верю, что пришло время для плода веры. Боже, собери этот урожай. Посмотри на эти деревья. Господь, мы хотим проявить. Мы знаем, Господь, мы должны только постоять в Твоем присутствии. И побыть под ранним и поздним дождем. Не то, что как когда-то мы говорили. Мы читали эту цитату о раннем и позднем дожде. Но мы сами, у нас самих было замешательство. О крещении Духом Святым, о Теофании, об этих тайнах, седьмой печати. Все. Но когда пришло учение восстановления раннего дождя. И тайна седьмой печати стала вскрыта. Этот секрет вскрыт. Как брат Бранхам показывает. Боже, нечто должно произойти. Сейчас Тебе надо выйти на сцену, Отец. Когда кто-то стеснен. Мы сейчас не говорим о том, что грядет от экуменического совета. Но многие стеснены в обстоятельствах, в проблемах, в болезни. Какое-то, у кого-то, может, депрессия стеснила, неверие. Потеряли уверенность в жизни, потеряли эту радость спасения. О, Отец, Ты здесь, чтобы восстановить. Прояви Твою жизнь. Пусть Твое дуновение сойдет на верующих, которые нуждаются в Тебе. Аллилуйя. О, Дух Божий, движись через Твоих детей. Так прекрасно. Мы приносим нашего брата Василя в
Твое присутствие, где этот чудный свет, где эта слава Шекина. Господь, я верю, что нам сейчас не надо передвигаться в другое измерение. Наша душа уже в том измерении, потому что вера задействована, и мы хотим изрекать, Господь. Пусть будет это проявлено исцеление для нашего брата. Мы осуждаем эти наросты именем Господа Иисуса Христа. Мы осуждаем всякое неверие. Мы разбиваем козни дьявольские. Пусть восстановление Твое снизойдет. Пусть Сара сегодня подымется семенем с этой силой проявлению жизни и благочестия. Пусть это будет проявляться в избытке. Чтобы было забрано неверие, забрано, Господь, чтобы Ты остановил бы это неплодие, и жизнь могла бы размножаться. Клеточка клеточки. Пусть это Твой сперматозоид слова достигнет. Аллилуйя. Предопределенного семени. Боже, я знаю, что среди нас, Господь, это Твои дети, но бывает, кому-то просто пришла амнезия. Господь, мы провозглашаем победу. Мы провозглашаем, Господь, пусть божественная любовь придет на сцену действия. И ангел Господень встанет. И пусть те верующие смогут прикоснуться и исповедание, и сила добродетели пусть снизойдет и обнимет, окутает, согреет. Прошепчет на ушко, как истинный родитель, как истинная мать, Сара, небесный Иерусалим. Это проявление новой натуры, нового имени. Это проявление свободы в любви божественной. Господи, осуди всякое неверие и осуждение. Пусть Слово займет надлежащее место в сердцах верующих и проявляется дальше. Аллилуйя! О, Дух Святой! Веди, Господь! Веди к победе! Веди нас к проявлению! Мы отдаем нашего брата Василия во имя Иисуса Христа. Любого, Господь, кто имеет веру, Господь Иисус может... Когда у нас закрытые глаза, сейчас никто не смотрит, кто где бы ни находился. Господь, Ты можешь прикоснуться чувством немощи, и пусть исповедание, движение Духа Святого, реальность живого Бога, который вышел на сцену действия сегодня, вечером, чтобы дать силу принятию семени веры. Аллилуйя! Верен обещавший. Я не буду торопиться, Господь. Не буду забегать вперед. Это было так много раз. Но я благодарю, что Ты приходишь вовремя. Аллилуйя! Для восстановления. Ты сказал, я восстановлю. Ты говоришь, Господь, дьяволу, отпусти, верни жену. Это не для тебя, это мое. Пусть проявление будет проявлено. Мы хотим принести наших именинников.
Дорогой Господь, моего сына Виталия, Господь, благослови его. Мы его отдаем дальше в руки Божии, чтобы, Господь, твои сильные эти руки, крылья, научили бы его летать полетом веры, этим, Господь, исповеданием, чтобы его семья была под этими защитными крыльями, чтобы он мог бы проявить этого орла. Благослови, Господь, Аню Безукоить. Благослови, Господь, пожалуйста, ее малышку Софию. В прошлый раз за нее не помолились. Мы их объединяем. Ты дал им этот плод веры. И мы хотим благословить их. Нашу сестру Аню с ее доченькой. София. Аллилуйя. Пусть эта жизнь расцветает и проявляется, Господь. Пусть она знакомит ее со сверхъестественным Богом. Чтобы этот ребенок привыкал к Божьей атмосфере. Когда мы, бывает, видим на фотографиях, она и у нее на руках, или у папы на руках. Господь, это тайна. Ребенок привыкает к сверхъестественной атмосфере. Мы можем думать, что этот ребенок ничего не понимает, он не слышит. У него больше чувствительность, чем у нас, к внутренней части. Отец, он знакомится со сверхъестественной сферой, с духовной сферой. Помажь родителей, пусть они будут, Господь, наставники этого во имя Иисуса Христа. И позаботься о дальнейшем пути. Нашу сестру Элю Салаватову, мы благодарны за ее улыбку, за ее позитив. Благослови ее, пожалуйста, направляй и веди, Господь. Пусть твоя благодать прибудет с ней. Нашу сестричку Мирюшку Степаненко, недавно видел ее, это день рождения там на фотографиях. Там собралась молодежь, как она держала эти цветы. Господь, и у нас также есть разная натура. Кто-то бывает хочет так быстро, но иногда нужно, Господь, это нежный цветок. Но есть такие цветы, как розы. Если неосторожно действовать, можно уколоться. Кто-то может очень нежный, кто-то может очень сильно закрыться в себе. Научи нас, Господь, чтобы Дух Святой давал нам развлечение. Пусть это будет нашим последним знамением перед переменой. Но вначале должна измениться внутренность. Господи, тогда изменится и наружность. Ты силен это сделать. Мы отдаем также ее в святые руки Твои, Господь. Отец. И у нас наша сестричка Анна Сушинская. Этот великий воин. Господь, она подходит к этому юбилею. Через год у нее будет 70 лет. Сейчас исполнишь 69. Она всегда с такой улыбкой. Господь, несмотря на такие условия, мы многие не смогли бы, не выдержали бы этого давления. Этот домик там в поле, продуваемый всеми ветрами. Но там есть тот, который может зажечь свет и согреть. Там нету, Господь, даже в доме воды. Нету в доме туалета. Нету ни всего того, что, Господь, им надо растапливать печку эту. Заботиться о дровах. Ты посылал нашу молодежь, там мы заготавливаем, когда что-то я ездил, делал, помогал, Господь. Но ты скорый помощник в бедах, благослови ее. Дай ей смотреть и уповать на тебя. Пусть это будет ее посещение. Они там ободряют друг друга, сестру Катю, сестру Аня. Благослови их, Господь. Так рады видеть их улыбки. Господи. Сейчас видел фотографию, она с велосипедом, снег, замерзшее поле. И она с такой улыбкой. На велосипеде это корзина с плодами. То, что она ей Бог дал, она могла привезти. А это надо было идти пешком, везти этот велосипед 3 километра. Или 4, я уже не помню, Господь. Иногда нам нужно, мы им не можем сходить в магазин, нам машина нужна. А магазин через дорогу.
или бывает немножко дальше. Дай, Господь, она ободряет меня, она ободряет, и пусть она ободряет всех нас, Господь, но мы хотим ее благословить, верить Духу Святому, этому ангелу. Господи, вели в нее эту веру, чтобы она видела ангела-хранителя, чтобы она могла услышать эту всегда поддержку, как бы ни было тяжело. Спасибо тебе за это время, за этот вечер. Мы отдаемся тебе дальше, Духу Святому, Боже мой. Мы хотим услышать этот ветер. Пусть этот небольшой вихрь пройдет, как пророк тогда, говорит, прямо физически видел, прямо показывал и говорил Господь. Отец, мы не просто хотим бегать, гоняться за знамениями. Пусть это будет лично. Если кто-то стоит там сзади, у входов в этот шатер, этих тайн, проговори к нему сегодня, как ты говорил там для Сары. Это то время посещения, когда неплодность снята. Спасибо тебе за это. Верен обещавший. Верен обещавший. Аллилуйя. Да будет слава ему. Аминь. Давай, брат мой дорогой, благословит вас Бог. До воскресенья. Молитесь, кто будет служить, я не знаю. Пусть Бог благословит дальше. Аллилуйя. Пока мы имеем эту возможность, хотел позвать еще к сестру Ксению, живую, спеть этот псалом верою. Думаю, все поможем, кто здесь есть, может, не полный состав, тот, кто пел, но все вместе одной силой. Хочется просто прославить Тебя, верю, что то слово, которое звучит, оно оживляет нас, ту веру, и можем двигаться дальше этой верой, этим откровением. Может, даже без проигрыша, без вступления. Верою, откровением иду, и на Христа лишь смотрю. Верою, мое тело и дух под контроль беру. Все обстоятельства я побеждаю, наследием моим овладеваю, и так день за днем вперед я иду. Верою, даже если сгущается тьма вокруг, лишь на спасение Господне смотрю, и так день за днем вперед я иду. Ежедневно сражаясь, я вперед продвигаюсь. Свое владенье защищать Иисус дал нам власть. Я отдавать не хочу ни йоты врагу, и сатана не может мой мир украсть, ведь я верую. Откровением иду, и на Христа лишь смотрю. Верою, мое тело иду, под контроль беру. Все обстоятельства я побеждаю, наследием моим овладеваю, и так день за днем вперед я иду. Верою, даже если сгущается тьма вокруг, лишь на спасение Господне смотрю, и так день за днем вперед я иду. Верою, буду в вере стоять, как мой отец Авраам. С моей земли всех хищных птиц буду отгонять, и я буду как Сара, на способность невзирая,
исповеданием веры побеждать, да я верою, откровением иду и на Христа лишь смотрю верою. Мое тело иду, под контроль беру, все обстоятельства я побеждаю, на свете моим овладеваю, и как день за днем вперед я иду. Верою, да. Даже если сгущается тьма вокруг, лишь на спасение Господне смотрю, и так день за днем вперед я иду. Верою, когда бушуют бури и приходят проблемы, пусть заключительный твой голос во мне стучит. Стою на твоем слове, и я полностью спокоен, ведь в потаенном месте твоем сокрыт. И я верою, откровением иду, и на Христа лишь смотрю, верою. Мое тело иду, под контроль беру, все обстоятельства я побеждаю, на свете моим овладеваю, и так день за днем вперед я иду. Верою, даже если сгущается тьма вокруг, лишь на спасение Господне смотрю, и так день за днем вперед я иду. Верою, ведь даже если сгущается тьма вокруг, лишь на спасение Господне смотрю, и так день за днем вперед я иду. Буду в вере стоять, как мой отец Авраам. С моей земли всех хищных птиц буду отгонять. И я буду, как Сара, на способность невзирая, исповеданием веры побеждать, да я откровением иду, и на Христа лишь смотрю, верою. Мое тело иду, под контроль беру, все обстоятельства я побеждаю, наследие моим овладеваю, и так день за днем вперед я иду, верою. Даже если сгущается тьма вокруг, лишь на спасение Господне смотрю, и так день за днем вперед я иду. Верою, даже если сгущается тьма вокруг, лишь на него я смотрю, Господне смотрю, и так день за днем вперед я иду. Верою. Богу за эти чудные слова, за эту чудную веру, вдохновение. Он верен обещавший. Если он сказал, что я исполню это слово, он исполнит. Стражана, подходите. Пусть Стражана может также куплеты спеть, мы подключимся в припевах. Верен обещавший, он все тот же Бог, и всегда в назначенный он приходит срок, и мои способности вовсе ни при чем. Все обетования исполнит он, голосом твоим ко мне говорят громы, знаю, что всегда Господь верен ты, ты согласно времени посетил меня.
верен обещавший, снял позор он мой. Не дарами похвалюсь, не самим собой, но да радоваться сам возлюбил меня, дал мне часть особую самого себя. Голосом твоим ко мне говорят громы, знаю, что всегда Господь верен ты. Ты согласно времени посетил меня, чтобы изменить жизнь моя. Верен обещавший, он мой страх убрал, взял мое неверие и мне веру дал. И простертым с небетрам благодать я верю, чтобы искупителем я для ближних был. Голосом твоим ко мне говорят громы, знаю, что всегда Господь верен ты. Ты согласно времени посетил меня, чтобы изменилась вся жизнь моя. Голосом твоим ко мне говорят громы, знаю, что всегда Господь верен ты. Ты согласно времени посетил меня, жизнь моя, чтобы изменилась вся жизнь моя. Аллилуйя, пусть Бог благословит дальше двигаться в этой вере. Я верю, что у нас та же вера, как и в Аврааме. Мы имеем это свидетельство в своей жизни. Как Авраам, я верней поколеблюсь. Хожу я верой и откровением, победу враг не в состоянии украсть мою. В завете безусловном я ведь состою, как Исаак свою всю жизнь отдал я для Отца, живя в смирении и освящении. Я ради славы Иисуса умер для себя, чтобы Господне имя прославлять всегда. Мы царское семя, мы избранный род, мы в родословной Христа, мы Его народ. Он не стыдится, а отождествится с рожденным своими детьми. Ведь мы дочери, и мы сыновья, мы продолжение родословной линии царя. Я, как Иаков, получил благословение не по делам, не по заслугам, а в благодати я вхожу в то измерение, сходят ангелы и Божие присутствие. Бог Авраама, Исаака и Иакова.
украшение родословной линии царя. Бог, как Иосифу до мудрости сегодня дал дар откровения и прозвучения, тогда